Научный десант КФУ высадился 12 ноября во второй школе, куда были приглашены ученики с 8 по 11 классы всех школ города. Поводом для вечерней встречи стала просветительская акция, которую Казанский федеральный университет организовал в честь своего юбилея. В этом году главный вуз республики отмечает 215 лет. И цель нашего научного десанта, безусловно, рассказать об университете, об открытиях университета, о том, над чем работают ученые университета и над какой научно-исследовательской работой занимаются студенты наши. Рассказать о том, что наука – это здорово. В том, что наука – это увлекательно, заинских школьников убеждали и на словах, и на деле. После разговора о профессиях будущего в кабинетах заработали интерактивные площадки с мастер-классами и опытами. Делайте себе тату из того знака, кной, да, на руке, где, да, какой именно знак вы только что сейчас изобразили. Мастер-класс именно по китайской иероглифике был организован кафедрой филологии Набережно-Челнинского института не случайно. По словам доцента кафедры Гульнары Гильфановой, знание китайского языка востребовано на рынке труда. Вперед, так, обнос вытирается, да, полностью, да, потому что там находятся шаровые, и таким решением снизу ставится отпечаток пальца. Одно название площадки «Криминалистическая лаборатория» вызвало интерес у большинства школьников. Здесь их учили снимать отпечатки пальцев, а также проводить почерковедческую экспертизу. В распоряжении весь набор криминалиста. Обычное занятие у нас по криминалистике, криминологии и по дактилоскопии. Вот такие занятия у нас проводятся. Ну, это, наверное, самое первое занятие со студентами вот юридического факультета. К слову, девочек на мастер-классе по криминалистике было большинство. Вот и 11-классница Полина Морозова, хоть и не собирается поступать на юридический факультет, все же пришла именно сюда. Это очень интересно, что мы никогда не видели свои отпечатки в таком виде. Мы можем только так разглядывать свои пальцы. Поэтому для вас это что-то новое. Девятиклассник Илья Замарацких уже определился с тем, чем будет заниматься в будущем, поэтому выбрал площадку, где можно создать робота-животного. Ну, я увлечен программированием, составлением роботов и всем, что с этим связано. Ну и также так уж сошлось, что немножко увлекаюсь биологией, поэтому решил навестить данную секцию. Интерактивы от двух вузов КФУ, Набережно-Челнинского и Елабужского, были организованы по самым разным и актуальным для современных школьников направлениям. Кроме того, можно было получить консультацию приемной комиссии Казанского федерального университета. Гульнара Феофанова, Денис Ипатов, новости Татарстана.